Сегодня мы прикасаемся к особой теме в день памяти святых земли нашей. Тех, кого воспитала церковь, образовала церковь, обучила и воспитала. И вот сегодня мы здесь собрались в этом храме, чтобы почтить память этих святых. Но чтобы нам сегодня, в 21 веке, прикоснуться к теме святых, нам нужно многое понять с вами. Первое, что нам нужно понять, что мы живем сегодня в 21 веке. И вдруг в нашем 21 веке появляется такая приставочка маленькая. Сегодня 2022 год от Рождества Христова. Вы посмотрите, сколько правителей прошло за это время. Сколько было великих людей, открывателей, изобретателей. А эра наша от Рождества Христова. Что это означает для нас? Следующая тема. Мы с вами сегодня, живущие в 21 веке новой эры, считаем себя людьми очень образованными. На получение стандарта образования, базового образования у нас уходит 20 лет жизни. Детский сад, школа. Школа как предпрофессиональное образование и профессиональное образование. Смотрите, 20 лет жизни. Сегодня мы живем с вами в цивилизации, которая мне представляется в следующем виде. Атеистическая, научно-техническая, капиталистическая, либерально-демократическая государственная цивилизация. Сегодня наука доминирует, смотрите. Образование доминирует, искусство доминирует. И каждый из нас минимум 20 лет прошел в пространстве образования своей жизни. И вдруг неожиданно 21 век ничего не отменил. Он ничего не отменил. Все осталось так же, как и было тысячи лет назад. Болезни также остались, еще усилились. Преступность усилилась. Эпидемии усилились, стихийные бедствия усилились, войны страшные, революции бесконечные. А если мы опустимся ниже немножко, на более низкий уровень, то увидим здесь просто катастрофу. Гордость, эгоизм, тщеславие, зависть, сребролюбие, чревоугодие, блудодеяние, преступность. И сегодня мы уже дошли до того, что уже посредством массовой информации, через телевидение, интернет, спокойно показываем половые извращения и все прочее. Нам нужно такое образование, скажите. Мы стали что здоровее от этого образования? От этой науки? Не было в науке, не было бы атомных бомб, водородных, ядерных. Безумие. И мы сегодня считаем себя цивилизованными людьми. Конечно, мы люди цивилизованные, потому что цивильный, я как юрист могу сказать, цивильный – это значит гражданский. Мы граждане государства, и у нас цивильный закон. Цивильный, гражданский. А мы должны жить в культуре. Культура – это Бог, ура, свет от Него. А культуры-то нет. Потому что культура переводится на наш язык возделывания. А мы с вами прошли систему образования 20 лет. Если мы прибавим к этому, что мы, образованные люди 21 века, сегодня погубили уникальную живую планету Земля, тогда мы, конечно, должны задумываться. Сегодня мы уже нашу планету Земля не вернем в нормальное здоровое состояние. Мы не вернем назад нефть, газ, изумруды, алмазы, золото, серебро. Все это принадлежит телу Земли. Открою вам тайну. В нашем теле есть и золото, и серебро, и алмазы.
И все, что есть в земле, все есть в нашем теле. Поэтому сегодня нам нужно задать самый главный вопрос, в чем смысл и цель нашей жизни. Зачем мы вообще родились? А если мы сегодня образованные люди 21 века еще зададим еще наивный вопрос, а вообще-то откуда взялась жизнь? Ее кто вообще сотворил? Ученые? Или она сама из ничего произошла, из бульона? Живем во лжи. И уже на эту ложь не реагируем. Но самое главное, что сегодня мы почитаем и вспоминаем всех святых в земле российской просиявших, русских святых. И мы, пройдя это образование, сегодня видим и зададим себе вопрос, а какая проблема вообще в российском населении сегодня? А в российском населении вдруг возникла в Руси, Россия была Святой Русью, Россия, только Россия, население только России имело имя Святая Русь. Вот Германия – Великая Германия, Япония – Великая Япония, Америка – Великая Америка, а Англия – Английская Британская империя, Великая Британская империя. А вот Россия, которая имеет самую большую территорию в мире – 17,5 миллионов квадратных километров земли. Мы с вами всегда были Святой Русью. Вот в чем вопрос. Поэтому за 1000 лет ни один враг не мог тронуть нас. Все лучшие императоры, правители, военачальники хотели завоевать нашу территорию. Не получалось. Потому что Россия имела ядро. Ядро – Святая Русь. Поэтому сегодня мы, имея такое мощное образование, нам говорят, такое глубокое образование, мы, оказывается, люди необразованные. Мы сегодня говорим о культуре, в которой нет Бога. Сегодня люди, которые называют себя культурными, путают культура и искусство. А искусство – это искушение. Это искус, искушение. Поэтому сегодня нам нужно ответить на эти вопросы. Что с нами случилось? И мы, имея сегодня такое образование, скажем, где есть ключевая проблема российского населения? Скажу вам 4 проблемы. Первое – нет ответственности. Второе – нет совести. Третье – нет служения. И нет памяти. Вот эти 4 момента сегодня характеристика нашего российского населения. Начнем с последнего. Нет памяти. Мы сегодня даже не знаем дальше 3-4 поколения нашего родословного. Вот и все. Нам запретили большевики иметь свою наследственность. Ни один народ в мире не живет так, как мы с вами живем. Все знают свою родословную до 15-20 поколения. Я проехал весь мир, знаю, разговаривал с людьми, итальянцами, сербами, хорватами, с кем я только не разговаривал. 15-20 поколение. Памяти нет у нас. Сегодня мы даже не знаем, в честь кого наши имена. Мы говорим, в честь бабушек и дедушек. Нет в честь святых. Когда мы с вами крестимся, то нам дают имя святого. Это очень важный момент. Поэтому сегодня мы прикасаемся к этой теме. Вот наше образование с вами, пробел в нем. Мы говорим об ответственности. В слове ответственность корень ответ. Все, что мы совершаем на уровне мыслей, слов, желаний, поступков, за все дадим ответ. Брак – ответственность. Профессиональная деятельность – ответственность. Должность – ответственность. Везде ответственность. Все, к чему мы прикасаем, ответственность. Вошли в лес, ответственность. Вошли в воду, ответственность. Почему я вдруг сказал о воде? Потому что сегодня поезжайте на море,
и будете купаться в отходах, которые сливают из города в море, сливают в отходы. Это тоже 21 век. Что мы говорим о совести? Да о совести уже говорить нечего. Вот вам тоже наше образование. Где, в каком этаже нашей учебы, на каком этапе ставит нас совесть? Кто нам вообще говорит о совести? В каком классе нам говорят об ответственности? Получил двойку или тройку, вот и все. Можешь пойти в институт, а можешь не ходить, пойти и купить сразу диплом об образовании. И с печатями будет совсем прочим. Поэтому сегодня мы обращаемся к совести. Если нет совести, разве брак устоит? Если нет совести у чиновника, что будет с нашим государством? Если нет совести у правителя, что будет с нашим вообще народом и с этим правительством? Если нет ответственности у учителя. Поэтому сегодня мы с вами говорим о нашем образовании. Мы говорим сегодня о том, что мы жители 21 века. Мы сегодня жители Святой Руси. И вдруг сегодня мы пришли в храм Божий, и мы сегодня не знаем этой темы святости. У нас сегодня другие темы. Как удержать брак? Сегодня абортов больше, чем рожденных детей. Сегодня больных больше, чем здоровых. Сегодня разводов больше, чем браков. Как нормально? Это тоже образование наше. Мы должны задуматься сегодня. И сегодня мы задаем вопрос. Сегодня мы люди образованные. Мы сегодня все прошли период 20 лет атеистического образования. И вдруг, как я уже сказал в начале, мы почувствовали, что образование, наука не устранили главных проблем в человечестве. И мы, люди образованные, вдруг сегодня оказались в церкви. Зачем? Скажите, зачем? Это же безумие какое-то. Мы 20 лет учились. Вы посмотрите, мы все имеем с вами. Мы имеем дома с вами, имеем машины, мы имеем холодильники, мы имеем все продукты. Посмотрите, все имеем. И вдруг оказывается, а личная-то наша жизнь не складывается. Что-то у нас ничего не получается. Но как не вспомнишь наш удивительный святой народ? Наш народ вывел за 1000 лет такую поговорку: «Без Бога не до порога». Потрясающе. Так зачем мы пришли в церковь все с вами? Мы-то люди образованные. Разве нам не хватает и не достает чего-то в нашем образовании? А если нам не достает в нашем образовании, почему в наше образование не вернуть закон Божий? Почему нам сегодня не преподают в школе и в институтах закон Божий? Нам что, не нужен закон Божий? Нам не нужны заповеди Бога о морали, о нравственности, о духовности. Нам не нужно это. Российскому населению это не нужно. Поэтому сегодня нам нужно задуматься, если мы думаем о будущей России, нам нужно задуматься сегодня о себе, а что с нами будет завтра? Сумеет сегодняшнее население, больное, истерзанное на нервном уровне, удержать это, нашу территорию, если начнется война? Сумеем ли мы защитить наше Отечество? Достаточно ли только одного оружия? Наверное, еще важно, кто управляет оружием. И как он будет управлять?
Поэтому сегодня нам нужно о многом поразмышлять. И мы задаем себе вопрос, а зачем мы должны прийти в Церковь Божию? И мы пришли сегодня в Храм Божий. Зачем? Что означают слова Бога? «Без меня творить ничего не можете». Посмотрите. Какие страшные слова о какой-то фундаментальной ответственности. «Без меня творить ничего не можете». Смотрите. Мы же должны задуматься, если мы разумные люди. Если Бог, Творец, говорит, без меня творить ничего не можете, значит, что-то не то. Я изучаю цивилизации, империи изучаю. Ни одна империя не осталась цела. Ни одно великое царство не осталось. Ни одна цивилизация не удержалась. Когда эти империи были в могуществе и славе, никто никогда не думал, что они исчезнут. Кто мог подумать, что Советский Союз исчезнет без единого выстрела? А это же империя, 285 миллионов человек. Плюс еще соцлагерь. Это немыслимо. Посмотрите на карту. Что такое Советский Союз? Что такое Монгольская империя. Вы посмотрите, они дошли даже до Иерусалима. Где она? Я вас благодарю, что вы пришли сегодня в церковь. Я вас благодарю за то, что вы все оставили. Сегодня воскресный день, и пришли в день всех памяти всех святых земли нашей, именно в Церковь Божию. Думаю, что в нас есть какая-то нормальность. Сегодня, наверное, нам, стоящим здесь, надо сожалеть о тех, кто не пришел сегодня. Кто остался дома. Кто остался у телевизоров, у компьютеров. Нам нужно сожалеть о них. Нам хотя бы о них помолиться. Может быть, Господь и их приведет когда-нибудь в церковь. Что же означает для нас сегодня приход в Церковь Божию? Если Господь говорит нам, без меня творить ничего не можете, что все тогда, все, что мы делаем, все должны мы делать, оглядываясь на Бога. Господи, угодно Тебе, что мы делаем? Господи, правильно я делаю или неправильно? Вот почему важно внимание и понимание. Когда мы не имеем внимания, мы пропускаем мелочи. А мелочи важны тем, что их много. Посмотрите, машина, сколько в ней мелочей. И вдруг какая-то маленькая деталь, малюсенькая деталь в машине или в самолете, или в ракете, малюсенькая деталь. И огромная вот эта масса выходит из строя. Вы посмотрите, мелочи важны тем, что их много. Мы сегодня привыкли разговаривать на больших этапах, на больших терминах. Италия, мы говорим, Италия, Франция. Смотрите, Америка, мы говорим, не Америка. Что в Америке? Южная Америка или Северная? Центральная или Восточная? Что в этой Италии? Какой город? Потому что, когда мы едем по Италии, даже наречия разные. Этносы разные живут. Это не вся Италия, единая Италия. Нет. А Каталония хочет отделиться от Испании. Посмотрите, не так все просто в этой жизни. В нашу епархию входит 13 районов. Каждый район имеет свою особенность. Каждое село имеет свою особенность, свои традиции. Даже, я сказал бы, свою психологию, а иногда свою духовность. И для нас, для всех понятно –
Да, есть Греция, а есть гора Афон. Да, есть Россия, и есть Дивеево. Да, есть Украина, а есть Почаевская лавра. Посмотрите, и жители, которые там живут, на этих территориях, они отличаются, они другие. Приход наш к Богу и в церковь отвечает на самый главный вопрос, как произошла эта жизнь и от кого она произошла. Откуда взялся этот мир? Когда я изучаю творение лауреатов Нобелевской премии по физике, химии, биологии, а я этим занимаюсь денно и ночно, то я вижу, что большинство из этих людей, конечно, уверовало в Бога. И когда мы вспоминаем одного из святых наших, святого уже 20 века, Луку Васинецкого, которого знает весь мир, не только мир православный, но и мир профессиональный, потому что его труд, очерки гнойной медицины, знает вся хирургия мира. Как уверовал этот человек в Бога? Человек из дворянского рода, с прекрасным образованием. Да он уверовал, когда стал делать операции. Когда он делал операции, когда он увидел, как устроен человек. Тогда он задумался, а кто его так устроил? Он мог сам по себе так устроиться, этот человек, который сегодня владыка на живой планете Земля. Итак, Господь нам открывает тайну первую. Как произошла жизнь, кто есть жизнь, откуда взялась жизнь. И Бог говорит сам о себе, я есть путь, истина и жизнь. Сразу ответ философов, которые ищут истину. И ответ нам, что такое жизнь. Значит, если мы без Бога, мы вне жизни. Вот какой момент. Если мы вне Бога и вне жизни, тогда понятно, откуда преступность, откуда разводы, откуда разврат. Второе, на что нам отвечает Господь. Он отвечает нам, дает ответ, откуда взялся человек. Не гражданин, не профессионал, не должностное лицо, не воин, не чиновник, не юрист. Откуда взялся человек? И мы читаем в Священном Писании, в Откровении Бога, сотворим человека по образу и подобию нашему. Потрясающе. Когда мы задаем с вами вопрос о цели и смысле нашей земной жизни, и мы скажем, что цель нашей жизни, допустим, это приоритет нашего тела. Мы скажем, цель нашей жизни заключается в том, чтобы удовлетворить все потребности тела и иметь возможность реализовать все возможности тела. А разве мы сегодня не имеем для тела каких-то возможностей удовлетворить их? Что у нас в магазине не хватает сегодня еды? У нас сегодня все есть. Мы что с вами, раздеты, разуты? У нас 100 нет жилья сегодня, мы живем на улице, на помойке. У нас все есть. А почему же колония особо опасных преступников? Почему мы больные, если всего полно в магазинах, а нет совести у тех, кто эти продукты нам продает? Совести-то нет. Они хотят за наш счет нажиться, положить в карман деньги. Поэтому нам негодные продукты продают. Вот что означает, Господь говорит, без меня творить ничего не можете. Что несет благодать Святаго Духа? Что она несет? Она несет мораль, нравственность, духовность, ответственность, совесть. И, конечно, память, как я говорил. Итак, если мы скажем, что достаточно иметь удовлетворение для тела, нет, этого недостаточно.
А знаете, почему недостаточно? Потому что каждый из нас закончит свою жизнь. И у каждого из нас придет время, и тело распадется. Тело – это как одежда наша. Одежда приходит в негодность, обувь приходит в негодность, даже дома наши приходят в негодность. И храм этот когда-то придет в негодность. Действие закона энтропии. Все, что стоит, все рухнет. И перейдет в нулевое качество, в исходное. Это энтропия. Поэтому на сегодняшний день мы говорим с вами, нет, если будет только цель нашего удовлетворения телесных потребностей, недостаточно. А что же на это говорит сам Бог? Оказывается, Он не выделяет тело на первом месте. И первые люди, которых Бог сотворил, Адам и Ева, оказывается, они и питались семенами для тела, только семенами, и плодами, которые росли в раю. Все. Они не ели мясо, рыбы, птицы, животных. Чтобы есть мясо какого-то существа, надо сначала его убить. Поэтому сегодня мы прикасаемся к нашему образованию, которое не дает нам ответы на существенные моменты нашей жизни. И мы сейчас прикоснулись с вами к удивительному слову. Это дух. Каким духом мы ходим? Каким духом мы живем с вами? Вот в чем вопрос. Нам еще открывает тайну церковь наша, что была революция на небе, и часть ангелов восстала против Бога. Одна треть ангелов. Они оккупировали землю, и они нам дали другой дух. Дух дьявола, сатаны и дух бесов. Посмотрите. Вот это другая тема. Не так просто алкоголику освободиться от алкоголя. Не так просто сребролюбцу отказаться от денег, чтобы кому-то другому помогать, кроме себя. Итак, в нас сегодня в этом образовании нет Духа Божьего. Кто чем увлекается, от того и искушается. Если я буду любить спиртное, то я буду алкоголиком. Если я буду любить табак, то я весь прогоркну этим никотином. И выйдет из строя все мои системы. Печень, селезенка, половая функция, легкие. Поэтому это очень важный момент, чем мы ходим, чем увлекаемся, что для нас важным в жизни является. Но есть тайна самого главного вопроса, что с нами будет после этой жизни. Если с нами ничего не будет, и мы просто исчезнем, тогда какой смысл и чем мы отличаемся от животных? Наше тело тоже имеет такой же живот, как имеет лев, тигр, заяц. Значит, мы от них ничем не отличаемся. И все это тело наше останется здесь, на земле. И все наши 100 триллионов клеток перейдут в землю. Нет, мы сотворены Богом. И Бог нам говорит, главное в человеке душа. Душа переводится на наш язык жизнь. И вот сегодня мы пришли с вами в церковь. Сегодня многие ошибаются. Знаете, в чем ошибка совершается? Ошибка состоит в том, что мы средства путаем с целью. Вот в чем вопрос. И многие люди пришли в церковь сегодня и ошиблись. Средства приняли за цель. Смотрите, мы читаем молитвы сами. И кто из нас не читает молитв? Утренние, вечерние, перед едой, после еды. Смотрите. Где сказано, чтобы Бог сказал, что читайте молитвы? Он сказал, молитесь. Да не идите в напасть. Молитесь.
Что такое молитва? Чем она отличается от нашего разговора по телефону? Молитва сразу нас указывает. Это обращение к Богу, к ангелам, к Божьей Матери, к святым. Смотрите, Бог нам позволяет с Ним беседовать. Сегодня мы друг другу выкаем. Вы. А с Богом мы говорим: «Ты, Господи, помоги мне. Ты, Господи, вразуми меня. Ты, Господи, наставь меня. Ты меня, Господи, прости». Посмотрите, как близко к нам Господь. А учитывая, что Бог – это не дедушка с бородой, а Дух, тогда мы обращаемся к Божьему Духу, и в нас тогда есть Дух Божий. А когда в нас есть Дух Божий, тогда возвращается совесть, тогда возвращается ответственность, тогда возвращается память. Вот в чем вопрос. И, конечно, служение. Если бы человечество сегодня, все человечество, а сегодня живет 7 миллиардов 800 миллионов человек на планете Земля, если бы все человечество сегодня приняло бы для действия только одну заповедь Бога, и это человечество сразу бы в качестве изменилось. Это заповедь Бога – любовь. Мы пришли в церковь, которую основал тот, который пришел из того мира в наш мир, родился в образе человеческом, научил нас, как жить на земле, открыл все тайны. Посмотрите, и тот, которого мы называем Бога-человек Христос, нам сказал: «Заповедь новую даю вам. Любите друг друга». Апостол Павел, один из самых образованных учеников Христа, вернее, апостол, сказал: «Да если мы не будем иметь любви, мы истребим друг друга». Мы друг друга истребим, если мы не будем иметь любви. Когда мы обращаемся к нашей Святой Руси, то мы должны сказать: на Украине, Белоруссии, в России, Белая Русь, Великая Русь, замков не было. Вот что такое Святая Русь. Разводов не было. Врачей не было. Люди были здоровые, потому что они не брали чужого, и не надо было волноваться. Они жили друг для друга, как рука для руки живет, как два полушария, как два желудочка сердца, как два легких. Поэтому сегодня наше образование не дает нам фундаментальных знаний, умений и навыков. Поэтому ничего не складывается сегодня здесь. Поэтому сегодня милость Божья, что мы с вами дошли или доехали до храма. Милость Божья, что мы такое решение приняли для себя. Итак, что же нам надо сделать? Господь полагает нам 4 момента, на которые мы должны обратить внимание. Что же принес нам этот Бога-человек Христос из того мира, из которого Он пришел к нам? И куда опять вернулся после того, как выполнил программу своего отца? Что Он нам принес? Он нам принес следующее. Чтобы нам измениться, нам нужно иметь веру в Бога. Но я вам открою тайну, этого недостаточно. Нам нужно иметь веру Богу. То, что Бог есть, это все знают. Нам надо верить Богу. И не только слушать Его, но и слышать. Не только слушать и слышать, но и исполнять. А мы этого не делаем. Мы средства сегодня за основу взяли. Итак, первая вера. Второе, что нам нужно, на что обращает внимание Господь: покайтесь, Он говорит. Покаяние означает освободиться от того, что мы называем грехом, злом и явным действием падших ангелов.
Надо от этого освободиться, отстать от этого. Вот это очень важный момент. Покаяние отличается от исповеди. На исповеди мы только диагностику совершаем. Мы говорим, я такой, 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 я совершил то-то, то-то, то-то. Нам нужно от этого освободиться. А мы только сегодня говорим одно и то же. Осуждаю, осуждаю и снова осуждаю. Следующее, что Господь нам указывает. Он сказал, какой выкуп даст человек за душу свою. И для тех, кто любит сребролюбие, кто болен сребролюбием, Христос добавляет, если человек приобретет весь мир, а душе своей повредит, то нет в том никакой пользы. А почему нет пользы-то никакой? Смотрите, у меня будет 5 машин, у моей жены будут, детей будут машины, самолет будет собственный. Оказывается, мы из этого мира ничего с собой не возьмем. Поэтому сегодня мы прикасаемся вот к этим тайнам, которые несет нам сам Господь. И мы не поймем ничего о Святой Руси. Мы не поймем ни от чего о святых, если не будем знать эти основания. И пророк Давид говорит, если разрушены основания, что подделают праведники? Сегодня наше образование не дает нам основания. Оно не ставит в нас эти основания. Начало и основание. И то, что открыла сегодня наука, физики, химии, биологии, это мизер из того, что есть в этом океане жизни. Это мизер. Такая мелочь. Жизнь намного выше и больше. Поэтому Господь говорит, душа выше, чем тело. И то, что мы сложили в душе, то, что накопили в душе, это выше, чем мы приобрели для нашего тела. Что Господь нам на что особо указывает внимание? Он указывает нам, заповеди дают блаженство. Из этих 9 заповедей блаженства нам нужно обратить внимание на основные, на главные. Первое. Блаженные нищие духом. Посмотрите, как точно сказано, вот вам мелочь, маленькая мелочь. Поэтому сегодня мы обращаемся вот к этому. Нам нужно сегодня обратить внимание. Первая заповедь – блаженные нищие духом. И сегодня есть нищие, но им стыдно выйти и просить. Сегодня есть очень нищие люди, бывшие учителя, которые имеют мизерные пенсии. Жалко на них смотреть, на этих людей, которые положили свою жизнь для других людей, а сегодня о них забыли. Памяти нет. И совести. Блаженны нищие духом. Как только я перестаю быть нищим, то я перестаю общаться с Богом. Все у меня уже есть. Нет, нет, нет. Нам не хватит времени. Когда я читаю жития святых, я вижу, они не хотят умирать. Они говорят, я как приду к Богу? Что я скажу ему? Да ты святой, ему говорят. И мы знаем, что некоторые люди уже при жизни были святыми. Серафим Саровский, Сергий Радонежский, Александр Свирский, которому явилась, Троица явилась нашему святому. Важнейший момент для нас – блаженны плачущие, яко те и утешатся. О каком плаче речь идет? О грехах наших. Блаженные плачущие о грехах своих. Блаженные плачущие о грехах других людей. Сегодня мы с вами стоим в храме, плачьте о своих детях, о своих родных и близких. Молитесь о правителях наших, чтобы Господь их вразумил. О законодателях, блаженные, жаждущие правды, алчущие, жаждущие правды. Какой правды? Правды Божьей. Вот что нам не дает образование, оно нам не дает правду Божию.
Вот в чем вопрос. Она нам дает основание, что открыли ученые физики, химии, биологии. Этого недостаточно. Недостаточно быть только профессионалом в каком-то деле. Надо еще совесть иметь, надо иметь ответственность, нрав. Иначе ничего не получится. И, конечно, важнейшее для нас блаженное чистое сердце. Христос обращает особое внимание на наше сердце. Он говорит, в сердце вашем прелюбодеяние, блуд, убийство, все в сердце наше. Сердце наше – это не только механизм качания крови. Это не просто насос, как нас с вами убеждают. Сердце думает, сердце рассуждает, сердце страдает, сердце предчувствует, сердце любит, сердце ненавидит. Сердце. Все наши величайшие поэты, писатели знали, что такое сердце. Сердце в центре находится человек. Сердце одно, оно все соединяет и объединяет. И Господь говорит, ей блаженны чистые сердца, ибо они Бога узрят. Смотрите, до тех пор, пока мы не очистим наше сердце, которое соединено с нервной системой, с органами чувств, ничего не увидим и не поймем. Так и будем видеть только один материально-вещественный мир. Атомы, молекулы. Больше ничего не увидим. И люди, которые стали духовными людьми, которые стяжали Дух Святой, которые очистили свое сердце, они Бога видели так, как Он есть. И Софроний, ученик Силуана Афонского, такую книжку написал «Видеть Бога, как Он есть». Я вас сегодня всех благодарю, что вы все оставили и пришли в церковь. Если вы хоть раз в жизни поисповедовались, благодарите за это Бога. Если вы хоть раз причастились тела и крови Бога. Если вы уже сегодня беседуете с Богом, и стало для вас это нормой жизни, благодарите за это Бога. Вы знаете, есть трагедия нашей жизни. И мне с этой трагедией приходилось очень часто встречаться. Всю жизнь человек отрицал Бога. И вдруг на смертном одре человек убедился, что есть Бог. Посмотрите, какие слова. Там будет плач и скрежет зубов. Начинается плач и скрежет зубов. Как же я, Господи, прожил всю жизнь и Тебя не знал? Как я, Господи, мог прожить всю жизнь и не задаться вопросом о Тебе? Как я мог, Господи, прожить всю жизнь и не искать Тебя, не стремиться к Тебе? Вы посмотрите, какая трагедия. Поэтому мы с вами сегодня пришли, наверное, вовремя. Не сожалейте о том, что было до этого. Сегодня нас Господь привел в церковь свою. С этого момента и начинайте жизнь по-другому. Много размышляйте, восстановите в себе внимание, стремитесь понимать, что вы хотите совершить. Подумайте об этом, что вы хотите сделать. Вам нужно это делать или не нужно? Вы хотите вступать в брак, вам нужно вступать в брак за этого человека. А может быть, подождать нужно, не спешить. Вы уже поняли, что этот человек вам нужен действительно. Поэтому сегодня благодарим Бога, что в этот день, в день памяти всех святых земли русской, Господь нас привел в свою церковь. Благодарите Бога за это. И благодарите еще Бога за то, что мы родились в России, а Россия всегда была верна православию. Ну что мы сегодня скажем? Богу нашему слава во веки веков. Аминь.